Приветствую всех на своем канале, с вами Юлия, и сегодня я хочу записать немножко припоздалое видео о своих процессах за август, но только о бисерных процессах, потому что процессов крестиком у меня не так сейчас много, а вот что-то с бисером у меня достаточно много накопилось работ, что для меня практически не характерно. Обычно я всегда вышиваю 1-2 работы крестиком и одну бисером. Ну, лучше всего для меня это, конечно, 2 работы. Одна бисером, одна крестиком. Но последнее время я немножко распылилась, накопила много процессов. И вначале меня это как-то абсолютно не напрягало. А сейчас все-таки я понимаю, что я не сторонник разводить много работ. И это видео тоже не характерное для меня в целом. Но будет своеобразный такой мне пинок, чтобы закончить быстрее работы. У меня накопилось 3 бисерных процесса. Один тянется еще с начала года, второй я начала летом, и третий вот в конце августа. И начну в обратном порядке с третьего процесса, с небольшой работы. Так, это пока я отодвину, а вот покажу вам свой процесс, свой новогодний шар от Tela Artis. В принципе, здесь немного отшивать, но вот и видео у меня припоздало, и работа немножко идет туго, потому что сейчас абсолютно нет времени. Ну, это, как говорится, у всех такая проблема, наверное. Но у меня почему-то его вот по сравнению даже с маем и июнем стало еще меньше, ну, по объективным причинам, плюс приболели еще. Поэтому вот август у меня был практически неплодотворный в плане вышивки, каких-то таких дел, только там дом, работы. Что касается вот этой работы, то в принципе сподвиг мне ее отшивать муж, потому что я ему так сказала, что второй шарик я в этом году вряд ли буду делать. Наверное, уже на следующий Новый год, но он любит всякую новогоднюю тематику, поэтому, в принципе, хотел он, чтобы я его отшила и собрала. И, в принципе, по его просьбе я это и начала делать. А вот на сегодняшний день отшито из 6 элементов полностью 4, значит, 5, то есть, в принципе, больше, чем 2/3 работы сделано, и это все вопрос времени. Собирать, возможно, я его буду позже, а вот отшила именно сейчас. Вот такая красота получается. Снимаю, как всегда, вечером при искусственном освещении. Днем не получается. А вот то, что получилось, как это все выглядит. Очень красиво, нравится заготовка. Ну, что касается изнанки, стандартно, бисером изнанка у меня без узлов, без ничего. Ну, крестиком, понятное дело, тоже без узелков, но я имею в виду без притяжек, таких закрепок. В бисере это легко делать, поэтому здесь я борюсь, невзирая на то, что изнанки не будет видно, но я борюсь за все-таки аккуратную изнаночку, как и в крестике. Стараюсь максимально сделать аккуратненько. Ну вот, в принципе, в этой работе все. Здесь все нравится, все красиво. Бисер красивый, подобран очень красиво. Не знаю, видно или нет. Этот серебристый вообще шикарно смотрится. Вот цвет темно-синий я уже вышила полностью. Он в работе уже участвовать не будет. Остались 3 цвета. То есть это вопрос времени. Здесь больше займет усилий сборка, чем отшив. Вторая работа, которая была начата летом. Сейчас я ее даже, наверное, распакую. Это роза по заготовке от Чаривной Мыти. Здесь я вышила уже, ну, наверное, практически половину работы. Ой, вот так она выглядит. Большая, не помещается. Покажу вот эту часть, которая отшита. Вот она. Здесь проблема одна, очень плотно ложится бисер, то есть ему практически нет места дышать. Я не затягиваю ничего, ну, стараюсь максимально делать все свободно, чтобы бисер лежал, но вот очень прямо топорщится иногда, плотно он ложится.
при условии, что здесь полная зашивка. На вот заготовках, которые я до этого отшивала червяной нитью, такого не было, потому что там была частичная вышивка, пространство осталось, и как-то оно все это компенсировалось. Здесь, видимо, достаточно плотно. Работа уже такая тяжеленькая. Осталось немного здесь. Уже некоторые цвета заканчиваются и не будут встречаться дальше в работе. Но очень мне нравится, как получается, как это все переливается, блестит. И вот из-за того, что плотно, не всегда ровно, идеально, как бы хотелось, ложится бисер. Ну, у меня есть отчеты по этой работе, ссылочки я оставлю, ровно как и у начала своего шарика. И перейдем к третьей работе. Ну вот, еще хочу сказать, что этой работой я занималась в августе. Ну, то есть у меня есть продвижение, даже по сравнению с последним отчетом. Где-то у меня в последнем отчете было... Так, сейчас покажу. Ну вот, так, вот здесь где-то закончила. То есть такой кусочек был отшит. И что касается третьей работы, это моя многострадальная сумка от Матрёниного посада. На этой стороне у меня меньше продвижения, но вот этой побольше. Я ей не занималась, наверное, с апреля месяца. То есть последнее, что я тут отшила, это вот эти элементики у меня пошли тут верхний, сбоку немножко. То есть вот это и все. В принципе, это видео может быть такой стимул для того, чтобы дальше продолжить. Вот этот элемент очень красивый такой получается. Мне он очень пока нравится. Вот бусины красненькие. Красиво. Конечно, интересно это выглядит при дневном свете. Вот, может, здесь так не видно. Вот на черной этой основе рисунок, и вот там, где вышит бисер, то кажется, что чернее ткань, чем там, где еще не отшито. Вот так оттеняется это все. Но интересно она смотрится, и я ее очень хочу закончить. Единственное, что я стала обращать внимание, я не очень понимаю смысл такой бежевой змейки. Как-то мне кажется, все-таки черная была бы более органичная, и я еще подумываю заменить вот эту штучку на что-то более такое красивое, оригинальное, но это все потом, тут главное бы отшить. Так что здесь у меня пока без изменений, вот как было, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, но я вот сейчас села тенденцию, чтобы было интересно и видно, как это все получается, идти плавно вот этот уголочек зашить и по одной стороне сделать полностью вышивку. Ну и так, вот он раз процесс, два процесс. Тут на изнанке, кстати, есть запутавшиеся ниточки. Вот когда вышиваю я на раме, у меня получается, что нитка путается. Меня это стало выводить из себя. Я сняла и стала дальше шить на руках. Убрала с куснапов. Буду зашивать на руках. Два прокола, так быстрее. Ну и третий процесс. Вот так я, обросла бисерными процессами. Буду я с этим немножко бороться. Ну, здесь немножко осталось, поэтому это дело нескольких дней. Благодарю за внимание, за просмотр. Большое спасибо и до новых бисеринок.